Hello, Novosibirsk. Welcome to Travelort. Let's enjoy together. We're in Trava. Enjoy our TV channel every week, every Wednesday. Why? Yeah. You ask me why? Yeah. I have no idea. Just one time you wake up, because the question, you can imagine. Shut! Я открываю. Взял, открываю. Just wake up, and fresh idea come to your mind. Can you describe your next show? Oh. In 5 words. Only 5 words. It's aviation of transformation. Авиация превращения. То есть полет смысла. Все. I have a question that I knew for 2 years ago. Are you a genius or are you crazy or are you a crazy genius? No, this question not to me. Это вопрос там критикам или там зрителям. Я себя считаю совершенно нормальным зрителем. Нормально, респектабельно, ношу головной упор, все в порядке, плачу налоги. Last question. The last show I saw, you played a lot of different characters. It was very interesting. How you managed to do it? How you created it? How? Yeah. When you wake up все in the night. Все цветос природы, а не не из книг. Everything come not from the book, everything come from the life. I like this sentence. It's not mine. It's Eugène Ionesco. Okay, then welcome to see. The next show will be Love Me. It's like антология семейной жизни. Наверное, 45 историй, различные муж и жена, ситуация возникающая. Постоянно новый муж, он такой, разный. Вообще не такой. И все разные жены, и все любви. Здесь все любви. И это любви. О чем еще можно играть? О любви, о смерти. There's just two things which is important for the love, for the life. For the life? Love and death. Yeah, it's true. What else to talk about? It's true. So for sure, for this part you are very good, because I think most of my show will speak about love. Because it's a life. That's what important. Yeah. Of course. It's the only thing we need in life. Okay, see you next time. Yeah, see you next time. Bye bye, like. Ciao ragazzi! Всем привет, и с вами снова я, суперэксперт по живописи из травы. На данный момент в траве представлены картины художницы Александры Шадохиной и учеников Fine Art Studio. Выбивается из всей массы картин, это яркая Венеция. На данную картину нужно смотреть издалека, она такая получается объемная, яркие, эксцентричные краски. Забавная картинка такая. Еще другая картина интерпретация принцессы на горошине. Причем горошина в несколько раз превышает принцессу, и принцесса просто на ней одной спит. Очень смелая картина. Приходите к нам в гости и смотрите все картины сами.
своими глазами. Это в 1000 раз лучше, чем смотреть с экрана. Ждем. Здравствуйте, Дима. Привет. Дамар. Что это кофе? Кофе. Название нашей кофейни. Великолепный кофе готовим. Некоторые говорят, что у нас лучший кофе в городе. Приезжают прямо из Англии с сумками с аэропорта и говорят, что у нас душевный очень. Интересно. Да. Почему Лавтрава? Почему Лавтрава? Изначально меня привел сюда мой одноклассник Иракли, который открыл кальяну на третьем этаже. Спросил меня, чем я хочу заниматься в будущем. У меня тогда были планы на кофейню. Вот. И на следующий день мне звонит, к нему подошла директор нашей всей травы Александра Шатохина и спросила, есть ли у него знакомые, кто бы занимался кофейным бизнесом. Соответственно, Ираклий позвонил мне, и мы договорились о встрече, сделали пару наметок здесь, посмотрели место, квадраты, и я решил, что это то самое место, где я должен открыть кофейню. Дима, это итальянский машин? Да, это привезенная из Италии кофемашина, ей в районе 3 лет, она идеально готовит эспрессо, лучшая по сравнению с новыми, которые сейчас приезжают. Также кофемолка, соответственно, из Италии, и кофе тоже везется из Италии, вот такой. Арабика 100%. Лучший, самый дорогой, самый интересный, насыщенный, идеально подходит. Я очень-очень люблю итальянский эспрессо и ристретто. Это дольше вида. Спасибо, Дима. Досол? Да. Это я, Алекс, директор Лавтрава ТВ. На этой неделе у нас будет потрясающее событие в Лавтрава. 3 октября будет открытая вечеринка в небе, наша танцевальная студия. Все приезжайте, начинайте в 9 часов вечера. 5 октября будет 2 события. По первым дням, 3 часа, будет открытая новая фотовыставка, называется «Приходя мимо». И вечером будет спектакль в театре Лапушкин из режиссера Олег Жуковский. Обязательно надо смотреть. 10 октября будет новое шоу французского режиссера Жан-Марк Лежеев и нашего режиссера Ольга Узякова. Обязательно надо смотреть, будет потрясающий, называется Life and Road. Хорошо. That's all. Now it's the end of our episode. Thanks for watching our second program of Travel TV. Today is 4 degrees. We start to be cold. I start to be afraid that it's going to be good because it's only easier to say bye-bye outside. So thanks for watching.